В минувший единый день голосования на Сахалине и Курилах выбирали депутатов разных уровней. В областную думу определяли представителя взамен ушедшего в Совет Федерации Андрея Хапочкина. Также были укомплектованы местные собрания в 11 районах. Новым областным народным избранником стал Николай Артеменко, представитель партии «Единая Россия». До этого он был депутатом городской думы Южно-Сахалинска. За него отдали 3/4 голосов, 1792, или в 8 раз больше, чем за ближайшего конкурента от КПРФ. В этом году кампания прошла без особых нарушений. Особых жалоб или каких-то там нареканий не было, что мы отмечаем, что у нас позитивно прошла кампания. Явка избирателей составила порядка 26%. Я считаю, что это тоже по округу хороший результат. Одна из парламентских партий, активно участвовавших в выборах в островном регионе – «Новые люди». В результате их кандидаты вошли в состав собраний в 6 районах области. Лучшего результата в 10 и 12% голосов они добились в Ахе и Курильске. Мы активно посещали избирательные комиссии, как территориальные, где шло досрочное голосование. Также, как я уже сказал, активно присутствовали на участковых избирательных участках. Существенных нарушений в процессе голосования выявлено нами не было. То есть в целом процесс был организован достаточно четко и слаженно. Добавлю, что на выборах в районные собрания лидером по явке стал Южно-Курильск. Там на участке пришли более 50% избирателей. Большинство мандатов во всех округах взяли представители партии власти.